Всем привет! В этот раз я хочу рассказать про дрель Hyundai. Вот в таком она кейсе. Это дрель. Вот так вот он открывается. Вот. Так, здесь всякий инструмент такой. Тут сверло. Есть тоже Hyundai. Так, вот это по камню. Это по металлу, где-то здесь есть по дереву сверло, конечно. Так, ну, про сверло не сейчас. Вот, по дереву есть сверло. Обзор не на сверло, конечно же. Вот, а на дрель, на саму дрель. Вот, сейчас. Такая дрелька. Такая вот дрель хундаевская, достаточно неплохая. Вот с ключевым патроном, вот таким очень неплохим. Ну, такая вот. Есть положение сверления обычное и положение ударное. Вот здесь вот, если видно, молоток, ударное сверление. Это дрель 850 ватт, серия Эксперт. Вот. С вот такой рукояткой. Здесь ее можно снять, повернуть, как удобно. Хороший обдув воздуха. Такая эргономичная достаточно. Прорезиненная вот здесь рукояточка. Вот. Не, она удобно лежит в руке. То есть можно засверливаться одной рукой. Сверлить. Здесь есть реверс. Вот такой вот переключатель, курок. Вот, ну, достаточно такой плотный, не сломается. Вот, и переключение оборотов есть, минимальное и максимальное. Такая вот дрелька. Ключ вот в проводе. Провод достаточно тоже такой длинный и не твердый, и липучка вот такая вот. Вот, сейчас покажу, как она сверлит. Одну секундочку. Так, продолжаю. Вот, взял сверло. Ну, обычным образом вставляется патрон. Вот, зажимается. Вот. Зажимается. Ключом. Ключом, который всегда под рукой, вот в этом шнуре, вот в этом, в такой петельке, значит, дотягивается просто патрон. Вот. Вот, и на место ставится, чтобы не потерять вот этот ключ. Вот такой вот получается. Я вот взял толстое сверло, чтобы видно было. Вот. В ударном положении вот есть вот такой вот эффект специальный. В неударном его нету. То есть не ходит патрон. Сейчас я включу в розетку. Возьму деревяшку, покажу, как сверлит. Вот. Я включил в розетку ее сейчас. Вот так вот она работает. То есть вперед и назад. Вперед и назад. Вот переключатель. Переключается. Ну такая. Обдув здесь шикарный.
Вот переключить можно в положение удара. Но в ударном положении это при нажатии срабатывает. Вот. Это на максимальных оборотах. Вот. А вот на минимальных сейчас покажу. Вот на минимальных. Вот так переключаю. Вот они. Клавиши достаточно отзывчивые. Очень неплохо сделан корпус. Такой вот. Дрель, конечно, ну, очень такая шикарная. То есть ни в чем не отказывала, ни косяков никаких не наблюдала. Вот если на полные обороты, вот смотрите. Видите? Сейчас покажу, как она. Даже... Нормально. Так, вот деревяшка, как раз которую я строгал. Так, сейчас вот уложу. Сейчас чуть-чуть разверну в краешек, чтобы было видно. А, идет сюда, вот так вот лучше. Сейчас. Вот так вот. Покажу. Ну, вот она сверху как. Проверим, видно там, ага, видно. Так, вот. Это на максимальных оборотах. Вот. Сейчас вот уменьшу обороты, если хотите, посмотрите. Вот на самый минимальный сразу. Не на средний, а на минимальный ставлю. Вот смотрите. Вот она аккуратненько. Вот если... средний сейчас поставлю. Средний оборот. Вот. Вот такая дрель. Тоже от фирмы Hyundai. Вот модель D850. Так, сейчас вот настрою. Вот достаточно она вся без всяких люфтов, без всяких щелей. То есть из плотной пластмассы сделана. Вот протянутая вся какая-то она такая крепенькая. То есть если ее трясти, там, ну, это трясется вот все, что. Вот эти вот закрутки всякие вот у патрона вот нету никакого люфта вот в положении, когда он не на ударном положении, а на ударном вот он срабатывает. Вот. Вот шикарная, шикарная дрель. Шикарная. То есть для дрели самое оно, ручка такая вот тоже. Эргономично, приятно. Патрон качественный. То есть вот если посмотреть, у него губки зажатия. Сейчас я сниму. То есть вот. Вот видите, она достаточно так это обхватывает сверло нормально. Вот я сейчас раскручу. Вот.
вот патрон такой. Вот патрон. Вот так вот. Вот губки такие достаточно ровненько сделаны, плотненько. Вот. Видите, обхватывают как. То есть это не тяп-ляп сделано, конечно же, дрель. Тоже изготовлена в Китае, да, опять же, лицензия Hyundai, ну, завод Hyundai у них, и, опять же, почему-то США указано на этикетке, на рубанке, вот что я показал, Швейцария. То есть кнопка такая, вот смотрите, отзывчивая, то есть можно кнопкой тоже обороты регулировать. То есть при полном нажатии она сразу срабатывает. И легенькое нажатие, то есть вот, можно вот легкое, то есть даже без переключения вот этих оборотов на курке. Все. На этом все. Всем спасибо. Вот такая дрель Hyundai. Так что имейте в виду, то есть из бюджетных моделей вот это вот самая такая удачная как бы дрель в хозяйстве, в работах строительных, то есть очень подходящая. Спасибо за просмотры. Всем пока.